Здравствуйте, видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, номер 778. Прямые КЛ и МН оси симметрии прямоугольника АБЦД. Известно, что АН 4,5 сантиметра. Давайте подпишем. А CL 2,5 сантиметра. Нужно найти периметр некоторых получившихся фигур. Давайте сначала запишем те данные, которые можно записать по данным, что АН равняется 4,5 сантиметров, а CL равняется 2,5 сантиметра. У нас есть равные отрезки АН, БМ, НД, МС, КО и ОЛ. Они все равны по 4,5 сантиметра. Точно так же CL LD BK КА, МО и ОН равны по 2,5 сантиметра. А используя это, можно найти отрезки БС и АД. Это тоже равные отрезки, и они равны 4,5 плюс 4,5. Это 9 сантиметров. И, соответственно, БА и СД равные отрезки, которые будут равны 2,5. Плюс 2,5 сантиметров. А это равно 5 сантиметров. А теперь будем искать. Итак, А. Периметр прямоугольника. К, Б, М, О. Он равен сумме сторон. К, Б. Плюс Б, М. Плюс МО и плюс ОК. То есть два раза по 4,5. КО и БМ мы писали равно 4,5. И два слагаемых по 2,5 сантиметра. КБ и МО. А это равно 9 плюс 5, 14 сантиметров. Б. Найти периметр прямоугольника А, К, Л, Д. Это прямоугольник. И можно найти периметр как удвоенная сумма двух смежных сторон АК и АД. А это равно АК 2,5 сантиметра. Мы писали это. АД мы тоже находили.
9. То есть равно 2 умноженное на 11,5 сантиметров. А это равно 23 сантиметра. В. Периметр прямоугольника А, Б, С, Д. Это равен удвоенной сумме двух смежных сторон А, Б и А, Д. А это равно 2 умножить А, Б это 5 сантиметров, А, Д это 9 сантиметров. 2 умножить на 14 будет равно 28 сантиметров. И Г. Найдите длину ломаной А, Н, М, С, Д. Длина этой ломаной будет равна сумме длин звеньев ломаной А, Н. Н, М. МС СД. А это равно АН равняется 4,5 плюс НМ равняется 5 плюс МС равняется 4,5 и плюс СД равняется 5. А это равно 4,5 плюс 4,5 будет 9, 5 плюс 5 будет 10, 9 плюс 10 будет 19 сантиметров. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.